сегодня собрались, и всем-всем питомникам огромное спасибо, что мы сегодня вместе. Нам, в целом, экосистеме гарден-маркет, это очень важно чувствовать наши корни, да, а, собственно говоря, наши корни – это наши растения, это наше производство непосредственно. И мы благодарим всех тружеников, по сути, села, что вы трудитесь на земле, и благодаря этому есть у нас работа, благодаря этому мы можем достигать больших-больших достижений в работе, связанной с продажами и маркетингом. Я хотел бы объявить сегодня о выступлении первого нашего участника открытой части. Это питомник Ниваки, это руководитель питомника Кирилл Геннадьевич Кириков. Дорогой Кирилл, поздравляю тебя. Тебе слово, дорогой. Всех приветствую. Я готовился, наверное, больше к закрытому выступлению. Вчера узнал, что будет запись, и пришлось чуть-чуть цензурировать. Хотел начать с благодарности, наверное. Спасибо всем большое. Спасибо менеджерам, руководителям, отделам, всем сотрудникам за работу, проведенную в прошлом году. Вот, отлично прошли сезон, хорошо осенью дожали по указу Саши, было акцентировано работа на Ниваке, мы это очень хорошо почувствовали и прекрасно закончили, я считаю, год. Вот. Евгений Владимирович сказал про корни, и я бы с них и начал, на самом деле. Особенно хотел бы обратиться к новым сотрудникам и старым тоже напомнить, чтобы вы мою сегодняшнюю презентацию использовали как оружие, как конкурентное преимущество и как аргументы в общении, в переговорах со своими клиентами. Пока не забыл, Саш, нам нужно с тобой дату утвердить до конца месяца по обучению внутри Ниваки. Саш, в 9 не доеду, давай в 10. В 10 утра, 28 марта, четверг. Всем быть. Спасибо большое. 2008 год, год основания нашего питомника. И я бы хотел напомнить нашу специализацию. Она одна из самых долгих по циклу вообще возможных в декоративном растениеводстве. И чтобы получить одну единицу продукции, одно наше растение, Ниваки или ТПР, нужно минимум от 4 до 8 лет. У нас есть растения, посаженные в 2009 и в 2010 году до сих пор в полях. Это огромный отрыв по рынку. Я за рынком очень внимательно слежу, езжу по всей стране, доезжаю до Сахалина и в соседние государства, вот в прошлом году в Кыргызстане побывал. И я вижу, что пока что серьезно никто даже не начал работать в нашем направлении. Для меня, честно, это больше грустно, потому что я бы с радостью хотел видеть на рынке людей и предприятия с этой специализацией. Есть энтузиасты, они двигаются, но, честно сказать, между нами такая, очень большое расстояние. Пропастью, наверное, не назвать, потому что мы в диалоге постоянно с ними, но очень-очень еще далеко. Это огромное конкурентное преимущество и огромный плюс, учитывая климатическую зону, в которой мы находимся, и накопленный опыт, полученный и в Японии, и в Европе, и в наших полях с помощью привлеченных специалистов, мастеров из разных стран абсолютно, которые этот опыт мы применяем до сих пор, его год за годом совершенствуем. Мы начинали с 4 гектар, с небольшим. Сейчас цифра уже такая. Мы идем за рынком и за запросом нашего клиента. Мы уверенно наращиваем объемы площади по тем культурам, по тем формам, которые необходимы нашему клиенту. Я постоянно в контакте с руководителями отделов, и все запросы и все пожелания мною всегда услышаны, и насколько это позволяет производство, мы реагируем. Реагируем когда-то быстро, когда-то не очень. Но самое главное, что
наши площади и наши поля вот на сегодняшний день заполнены из 60 гектар на, всего лишь на 35 до конца этого года заполнены будут. То есть зона роста еще есть огромная. И с Димой вот из строительного отдела мы не раз обсуждали инициативу со стороны клиента, исходящую на контрактное производство. Я хочу вам всем донести, что питомник Неваки, производство в Неваке готово на контрактное производство и в контейнере, и в грунте. Все условия обсуждаются. У нас пока что по нашим наблюдениям на рынке строители первые к этому доходят в силу плановости своих проектов, в силу там, условий девелопмента и так далее. Я очень позитивно всегда это встречаю и прошу вас, если есть возможность, если это уместно, обсуждать всегда это с клиентами. Потому что по моему опыту, я с 2016 года ни одной фуры не завез из Европы. Это все, что вы видите в полях, в контейнерах, в блоках живых изгородей, это все отечественный материал. И у нас с людьми довольно сложно общаться, и приходится большую работу проделывать, чтобы доносить до людей, что такое работа B2B. Я вот именно от производства в производство имею в виду. И что такое контракт. Вот. Сейчас у нас география поставок внутрь производства от Ленинградской области и до Краснодара, и от ЦФО до Владивостока. Мы очень много откуда везем посадочный материал. Это результат именно работы с поставщиками, с партнерами, с подрядчиками, с производителями посадочного материала. И с клиентами такую же работу тоже возможно наладить, я в этом не сомневаюсь. Нужно просто начать двигаться в этом направлении. Вот так выглядит, мы в прошлом году засняли вот с цветением гортензии, вот так выглядят наши свежепосаженные поля. Эти площади позволили нам закладывать на одну единицу номенклатуры уже не 30-50, как раньше, единиц растений, а сотнями. Вот блоки живых изгородей в грунте, которые у нас присутствуют, это уже ежегодная закладка по 300-400 единиц. И эта закладка, эти посадки, они в цикле. Это тоже очень важно доносить до клиентов. Старые игроки мыслят системно, у них есть опыт, и они всегда вас просят, что будет в следующем году, и что вы дадите мне в следующем году или через год. Вот такие экземпляры уже сегодня можно увидеть у нас в питомнике. Я без ложной скромности могу сказать, что ни в одном месте в России я подобного не видел, именно с точки зрения искусства Неваки, включая парк Галицкого и включая японский сад, который в нем находится. Я его проинспектировал досконально. Он прекрасен, но по формам и по уникальности растений мы впереди. И это суперинструмент для того, чтобы показать серьезность производства и квалификацию сотрудников питомника, привезя клиента, особенно если первое какое-то касание. Вот ребята, ну, стройка, да, сети, очень хорошо этот момент в прошлом году отработали, мы этих людей увидели, и люди, ну, мягко говоря, были в шоке, когда они видят гортензию, видят на них цены и сравнивают с тем, что там закупают в других местах. По живым изгородям. Работайте цифрами, бейте людей цифрами, потому что, опять же, в перспективе у нас вот сейчас заказы есть благодаря Павлу. Вот, его работу отдельно отмечу. Он прям глубокое проникновение показывает в ландшафтный рынок, и это приносит плоды. Потому что с таким горизонтом планирования на август такие заказы, это очень приятно. Мы, ну, не часто с этим сталкиваемся, у нас есть возможность подготовить, выдать максимальное качество. Мы разгоняем их в теплицах, это сейчас возможно, чтобы максимальная товарность и идеальная
соответствие по высоте и по плотности было у всей партии. А это там 700-800 штук, это довольно серьезные цифры. Но опять же, когда людей привозишь в питомник, они видят качество. Я постоянно езжу, мониторю то, что у нас есть в России. Люди начинают, признаю это, делать блоки живых изгородей в сумке. Это нормально для развития рынка. Но пока я не увидел либо высокого качества в партии, в большой, либо больших партий, ну, которые бы выдавали питомники. Блоки есть, но очень, ну, так, по моему взгляду, не системно на рынке присутствуют. Контейнера. Вот такую цифру мы на складе достигаем в течение сезона, когда мы максимально отсаживаем горшки. Это все, еще раз повторюсь, отечественное производство. И все это крупные контейнера от 5 литров до уже 210. Мы начали переваливать. Внутри производства контейнер, который полностью укореняется, переваливается в следующий литраж. Это тоже наш ответ на запрос клиента. Ландшафтники готовы и хотят работать крупными гортензиями, крупными кустарниками декоративными. Там айву у нас забирают в 100-литровых горшках. И это прекрасно. И мы планируем идти дальше. Так что морально готовьте, чтобы хорошую гортензию ландшафтник считал ту, под которой можно спрятаться от дождя. Ну вот, это стандартный материал, 65 литров у нас. Если говорить про гортензии, это в 40-м литраже наша лапчатка. А это как раз 120-е горшки гортензии, которые вот только-только разгоняются. Я хочу обратить внимание на качество обрезки и на плотность куста, на пышность и на товарность. Это, наверное, конец июня месяца. Отдельное направление, которое я бы хотел отметить, здесь сказали сегодня уже про новые позиции, про развитие ассортимента, это интродукция в прямом смысле слова, потому что мы вводим те культуры, конкретно дальневосточные, уральские, их уже больше 10, которые у нас больше никто предложить не может. И это объективный факт. Либо предлагают в нетоварном качестве и в нетоварном количестве. Это карагана уссурийская, сирень амурская, шиповники дальневосточные, бересклеты дальневосточные. Мы не так давно начали работать в этом направлении, но я считаю, что это очень перспективно, потому что наши клиенты, они и так образованы очень хорошо с точки зрения знания ботаники, применения тех или иных культур. У них огромные библиотеки дома по профессиональной литературе, они обучаются постоянно. И они готовы, они ждут. До них просто нужно донести эту информацию. И запросы от старых профессионалов, от наших старых клиентов, с которыми мы давно работаем, они были еще там несколько лет назад. Мы просто нашли и сделали. Приоткрою маленькую тайну. Хотим зайти в рододендроны, но в рододендроны видовые, в бронебойные, чтобы при минус 35 он сидел где-нибудь на склоне без снега и прекрасно зимовал. Вот, мы хотим чуть-чуть пошатнуть позиции европейской гегемонии по этой культуре. Я надеюсь, у нас получится. Вот яркий пример отсутствия полного, где бы то ни было, тех культур, которые мы вводим. Это сотрудница главного ботанического сада имени Цицина, которой мы дарим два вида дальневосточных шиповников, розу Максимовича и розу даурскую. У них в коллекции их не было, мы решили как бы пополнить коллекцию. По поводу мероприятий. За все годы, когда мы ведем активную коммерческую деятельность, более 200 мероприятий с профессионалами были проведены и организованы и проведены на территорию питомника. Это такая цифра, казалось бы, небольшая, но назовите мне питомник в России, кто проводит больше.
Я иногда чувствую нас каким-то образовательным предприятием, образовательной организацией, и это прекрасно, потому что у нас есть на это время, мы находим на это силы, ресурсы. Про профессионалов скажу позже. Это фантастический инструмент. Вот ребята по сетям и ребята по стройке уже прекрасно начали этим пользоваться. Это замечательная возможность уплотнить отношения с клиентом и глазами его сотрудников, его топов посмотреть на поставщика, посмотреть на материал. Люди в восторге в 99% случаев. Там есть небольшие исключения, но это погрешность, я считаю. Используйте, пожалуйста, эту возможность. Лично мне, мой телефон, я надеюсь, есть у всех, лично звоните мне, я всегда подберу дату, мы всегда организуем. Да. Вот. И только потом мы в итоге очень крутых спикеров, именно до новых клиентов, до которых мы могли бы этим тоже воспользоваться, она просто не дошла. Мы в этом году как оставляем пока так же или будем уже для всех? Слушай, расписание сразу сделать на апрель-май? Тут в другом речь. Ну, на закрытые концерты камерные Led Zeppelin тоже не все попадают. Я про то, что вы понимаете, что очередь выстраивается с прошлого года, это раз. И два, у нас уже система такая, что спикер и мастер выбирает людей, кто с ним будет работать. То есть уже создаются группы, привязанные к одному мастеру, и это все наши клиенты, либо потенциальные клиенты, и это переходит в многолетнее такое сотрудничество. Конечно, туда можно попасть, но там уже очень плотно. Потому что мы выбираем, я сейчас про это чуть позже скажу, мы выбираем топов и абсолютных лидеров мнений по рынку. Вот Татьяна Гнилицкая, пожалуйста, Ставрополье, все группы битком, вот Марина не даст соврать, у нас всегда солдауты практически, да, и мы всегда отслеживаем фидбэк, насколько человеку интересно и неинтересно. Мы, скажу честно, там поменяли пару мастеров, ну, потому что, как бы, может быть, там не совсем формат заходил и так далее. То есть мы эту работу постоянно ведем. И эффект налицо. Здесь ваша задача, к вам огромная просьба, отрабатывать обязательно на этих мероприятиях и обязательно выносить оттуда результат. То есть со всеми пообщаться, выявить потребности, пополнить клиентскую базу, предварительные договоренности с кем-то о чем-то. Потому что люди приезжают удивительные. Приезжают там люди с Дальнего Востока, с Хабаровска, с огромным уже запросом. Да? И их нельзя просто пропускать мимо. Это наш давний клиент и друг питомника Константин Ежов, он находился в ноябре в Японии, вот взял с собой нашу толстовочку и путешествовал по Японии в ней. Больше 30 человек мы накопили, абсолютных лидеров мнений, успешных в соцсетях, и к которым прислушивается рынок, и для которых практически нереальных задач нет. Вот у нас есть люди, которым, скажи, нужно там постричь, я не знаю, сад где-нибудь в Находке послезавтра, и послезавтра бригада там будет стричь. Это тоже огромный потенциал, они у нас все есть. Я, Марин, тебя попрошу дополнить раздел питомника, чтобы мы прошлись по всем и всех туда еще добавили, да, потому что вот Андрей нам прислал, Дорусенко, спасибо ему большое, сам обновил информацию, нужно вот эту работу провести с нашей стороны, и актуализировать все, чтобы мы их со своей стороны всячески подсвечивали и показывали. И да, и регионы указывать, чтобы люди могли обращаться к ним. И опять про Павла Скрипку скажу. Он вот наиболее активно пользуется этим ресурсом. Ну, понятно, у него запрос от ландшафтников, может быть, чаще приходит. Но вы, как человек, который помогает клиенту обслужить тот или иной объект, то или иное растение,
лучшими руками в России, а может быть и в СНГ во всем, вы понимаете, что вы какую услугу человеку оказываете, как вы растете в глазах клиента. Это, ну, для некоторых это бесценно, особенно если, например, какой-то начинающий специалист, он вообще во всем плавает, а здесь еще надо стричь, особенно если это девушки, им всегда нужно помогать. Дмитрий Доринский, наш давний клиент, Екатеринбург, Сочи, у него огромная география работы. Здесь он, на этом фото он в Челси, человек стрижет призовой сад. Это было 2 года назад, он ездил в Лондон и полностью готовил сад стрижкой к выставке. Ребята из Воронежа, супер топовые, они, можно сказать, вот верхнее Черноземье окормляют все, у них хватает рук. В Саратове работают там. Да, и много где доезжают. И я подчеркиваю вот, и акцентирую внимание, что география большая, не смущайтесь. Особенно кто с регионов, обращайтесь, мы найдем человека, который закроет ту или иную задачу обязательно. Ну, этого много. Этого человека многие знают. На самом деле, ну, это как бы человек с ядерным реактором в одном месте. И действительно, он наш партнер и помощник, и он себя сам называет амбассадором Неваки в Поволжье. Я к этому полностью присоединяюсь, я с этим согласен, потому что он наш флаг несет везде. И флаг Garden Market. Но не забывайте, так же, как он несет флаг, так же без цензуры он про любые ваши косяки говорит мне. Он просто с упоением об этом говорит. Да, Вячеслав Бушуев. Вячеслав Бушуев, наш давний друг, коллега и клиент. Немножко про будущее и про ту работу, которую мы ведем с молодым поколением. Больше 150 студентов проходят через питомник. Это студенты разных вузов, регионалы в том числе, и я стараюсь тоже выезжать и читать лекции. Это, я считаю, очень перспективно в силу сегодняшней вообще ситуации на рынке труда. И я знаю, вот Garden Market, Саша и Евгений Владимирович ведут эту же работу. И на местах призываю, если есть возможности, ресурсы, вести ее тоже. Потому что если в Москве плюс-минус они понимают вообще, где находятся, то в регионах студенты, к сожалению, абсолютно, в абсолютном вакууме находятся. И в лучшем случае они попадают в горзеленхоз, где с бабушками сажают петунии, и потом просто ставить свечку в церкви, чтобы больше никогда в зеленую отрасль не попасть. Вот надо эту ситуацию переломить. Я считаю, это в наших силах, и предлагаю возглавить эту деятельность, в принципе, это направление. Вот в Казани, здесь вот я в Казани читаю, в Казанском государственном университете о питомнике, и в конце месяца Новосип и Кемерово у меня в планах, потому что там тоже 2 крупных аграрных вуза. По своим регионам ведите работу, это очень эффективно, и это вклад в долгую. А яма, в которую мы попали, демографическая, она не маленькая, и когда она закончится, не совсем понятно. Ну вот как раз Казань, у нас замечательный вот партнер, опять Вячеслав организовал все мероприятие, всех собрал. Он, кстати, получил образование за последние 2 года, отучился, он биолог профессиональный теперь. Получил диплом. Ну и в конце напомню, что Неваки — это только на 50% удобрение растения и завязки, да, и бамбук, а на 50% — это эстетика. И кто не погрузился, еще не успел, погружайтесь. Я рекомендую через классическую литературу это делать. И доносите это обязательно до клиентов, потому что это работает. Это те вещи, которые человек должен чувствовать сердцем и своей душой. В конце, кто не подписан до сих пор, ну и зрители, наверное, многим будет интересно, подписывайтесь на телеграм-канал Неваки. Спама там нет, только горячие офферы, объявления о мероприятиях и вот важная информация.